Елка знает это, как она под Новый год хорошо одета. Представление организовали в лучших традициях Нового года с играми, хороводами и спектаклем. И, конечно же, все юные гости ушли с подарками и хорошим настроением. Теперь о погоде. Чего ожидать во вторник? Сейчас расскажем. Температура воздуха ночью 0, днем до плюс 2. Небольшой дождь. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное. Мы рассказали о главном. Завтра ждут новые события. Еще больше новостей на сайте нашего телеканала 360.ru. Также подписывайтесь на наши группы ВКонтакте и Инстаграм 360 Богородский. До встречи! Автомобилистам. Зенитское шоссе запустили после реконструкции, пропускная способность увеличилась. Самую красивую и пушистую. Как выбрать елку? Расскажем и покажем видеоинструкцию. Двойной праздник. Молодожены со всего Подмосковья встали на коньки и сыграли свадьбу под Новый год. В Химках, прямо в центре. Всем привет! Мы находимся в Химках, прямо в центре города. Это сквер юбилейный. Мы на катке. Каток этот назвали театральный. Открыли его впервые в этом году, этой зимой. А назвали его так, потому что он находится прямо около театра «Наш дом». Это местный химкинский театр. И этот каток театральный сразу же стал такой довольно популярной площадкой у химчан. Как вы видите, сейчас здесь очень много людей катаются. Несмотря на то, что до Нового года осталось всего пару часов, но они вот не режут салатики, не смотрят «Иронию судьбы», а приехали сюда, чтобы покататься на коньках. Но здесь действительно такая очень праздничная атмосфера. Я вот, к сожалению, коньки не надела, просто потому что поняла, что в прямой эфир выходить на коньках может быть опасно. Но очень хочется, честно говоря, уже присоединиться к тем, кто катается. Я вот вам хочу показать, давайте посмотрим.